что мы нарвали. Это листья одуванчиков, сами бутоны одуванчиков и подорожник. Цветущих одуванчиков так и не было. Вот они уже полузакрыты. Ни одного вообще цветущего одуванчика не нашла. Вот сейчас мы все промоем в холодной воде, немножко просушим. Будем давать моим попугайчикам. Не знаю, будут ли они вообще это есть. Ни разу им не давала. Промываю в обычной холодной воде. Бутончики прям вот так вот будем промывать. Теперь листья тоже будем промывать и смотреть, нет ли на них каких пятен. Вот видите, вот это вот пятнышки. Мы его уберем тоже. Сразу буду брать несколько штук и вот так вот промываем. Замачивать не надо, так как тогда мы потеряем полезные свойства, все выйдут. Все промыли, теперь можно либо дать так, либо просушить. Вот наша мытая травка вся. Сейчас будем пробовать давать чики. Так прилепила. Чик уже сразу кушает, да? А мальчик просто смотрит и боится, да, Чик? Скажи, вкусный одуванчик. Вкусный. Вот, отобрала красивые, хорошие одуванчики листья. Тоже сейчас попробуем дать. Не боимся? Смотри. Ой, откусил. Да, Чик, откусил. Ой, ты мой молодец. Ой, Чика, молодец. Да, да, молодец. Олечка, а ты не хочешь попробовать? Пробуй, пробуй, Олечка. Кушай, кушай. Кусай, Моля. Ты моя трусишка. Нет, не понравилось. Но мы сейчас оставим
Да, чтобы не подпривыкли. В итоге Молли и Чики очень понравились одуванчики и сами бутоны, и ихние листья. Вон, видите, Молли уже кушает, раскушала, очень понравилось. Поэтому не забывайте о своих птичках, если едете на природу, обязательно нарвите им листьев одуванчиков, бутоны одуванчиков, подорожник. Пусть ваши любимые питомцы кушают и наслаждаются этим лакомством. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставь лайк и подпишись на наш канал. До скорой встречи, всем пока-пока!